Нашла. Снимается все маски, голограммы, фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мне кажется, это голограмма. Ставим маячок зеленый-красный, если это голограмма, красный, если нет, зеленый. Какого цвета? Красный. Отлично. Я даю команду на счет 3. Притягивай оригинал, тонкую копию, где бы она ни находилась, Юрия. 1, 2, 3. Стоит рядом. Есть. Отлично. Защищаем его физически, биоробот, защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Юрия в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Берем эту голограмму в сетку. 1, 2, 3. И вместе с этой голограммой и Юрием поднимайся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. А Юрий у нас как в террариуме. Он стучит по стеклу. Давай на террариум высокий, он не может выйти. С этим террариумом очень много непонятно. Хорошо, поехали дальше. На месте. Хорошо, значит, у нас это голограмма. Отправляем ее в клетку-тюрьму. Что еще у нас там? Но он в террариуме. Вот как. Сила моего намерения разрезает этот террариум. 1, 2, 3. Отправляю его в клетку-тюрьму. Готово. Он отряхивается. Юрий, а что это за террариум вокруг вас стоит? Он говорит, я бы тоже хотел знать. Разберемся сегодня. Хорошо. Мы приветствуем Юрия, интересуемся, готов ли он к диагностике, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Разрешение обязательно. Он готов, и он начинает кашлять и показывает на горло, что его там першит. Все уберем, не беспокойтесь, Юрий. Это остаточная энергия от подключек, или они сами. Хорошо, выстраивает голограммы канал к ответственному. 1, 2, 3. Притягивая в клетку тюрьму, становится моим заложником, где бы ни находился. Синий дракон. Считай цифры над головой. 436. Достаю печать дракона, включая на полную мощность. Дракон получает удар 100 тысяч герц. Удар пошел. Он скулит. Ты что за голограмму поставил? Так научили его. Уменьшая дракона в 2 раза. Хорошо, теперь ты лучшему научишься у меня, паразит. 420... Убрать печать. Убирая печать. Всего 436, и ты уже такие вещи делаешь. Ну хорошо, сегодня я тебе покажу, какие вещи есть у меня. Направляя печать семи архангелов, дракон получает мощнейший удар, летит в другой конец клетки. Удар! Паразит. Ну, он улетел в конец клетки, но он не понимает, почему. Хорошо, он поймет, потому что он паразит, зашел без разрешения, установил голограмму, где тонкое тело находилось человека в этот момент. Почему твоя голограмма стояла вот для биоробота? Террариум находилось. Хорошо. Кто террариум поставил? Это не его террариум. Выстраивай каналы террариума. 1, 2, 3. Притягивай всех ответственных до последнего. На счет 3. 1, 2, 3. Стоят в клетке. Рептилоид стоит. Отлично. Снимается все маски и голограммы. Реп пристает согласно своему эфирному коду ДНК. Если реп еще с кем-то связан, он притягивает, все остальные притягиваются в клетку-тюрьму. Он, знаешь, он как будто ест. Кто? Рептилоид, и у него все бежит. Направляю на него печать семи архангелов, даю мощнейший удар репту. 1, 2, 3, удар. Бежит он. Очень хорошо. Кто-то притянулся, Вера? Я не получил ответ на мою команду. Секунду, я не вижу пока никого. Выстраивай канал от рептилоида. 1, 2, 3. Притягивай всех, кто с ним связан. 1, 2, 3. Стоят в клетке. 2 Грея. Отлично. Грей получает удары по 100 тысяч герц каждый. 1, 2, 3. Удар. За то, что не проявились сразу паразиты. Сегодня все сожгу, все, что ваше, вытащу, Грей. На этом шутки заканчиваются, вы знаете, у нас есть договор с вами. Будете со мной играться, получите удовольствие на всю свою оставшуюся жизнь. Сколько греев? 2. Ставим маячок, зеленый-красный, органический, зеленый, неорганический, красный. 2 органических. Хорошо.
Кто из вас готов уходить в галактическое ядро Грея? Они на рептилоиды показывают. Считай цифру репта над головой. 408. 408 всего лишь. Рептилоид, что ты чавкаешь в моей клетке, стоя здесь? Вкусно ему. Отлично, Влад, просканируй, сожги его защиту лазером. Найди тонкое место, дай ему мощнейший удар, чтобы прочувствовал. Приступай. Я сегодня получу все свои ответы на этот террариум, на эти голограммы и на все остальное. Его вкусно кормят там. Кто? В квартире. Кто тебя кормит в квартире? Рептилии? Он кормит. Рептилии его в том числе. Ты знаешь, рептилоид, мне кажется, слишком ты далеко зашел сегодня в своих изысканиях вместе с Греями. Сегодня вы уйдете, скорее всего, в галактическую, межгалактическую полицию. Потому что таких паразитарных сущностей, как вы, надо или уничтожать, или садить на очень долгое время, пока они не осознают, что они сделали в биополе человека. Ты слышали это, Грей? Грей слышали. Рептилоиды, ты снял защиту, и ему больно, он просит вернуть ее. А чего я тебе должен возвращать? Ты ему террариум установил там. Вот так вот и стой теперь. Я даю команду сканеру. Сканер сканирует пространство над головой Юрия, под ногами. 360 градусов вокруг него. Сканер сканирует все 7 тонких тел. Юрия находит все. Почему тонкая копия не находилась рядом с биороботом? Рептилоид. Где она была? В невидимом террариуме. А кто тебе разрешал такое делать? Ну что, тебя сейчас засунуть в террариум размером 20 на 20 сантиметров? Он разрешал. Он разрешал? Хорошо. Давай уточним. Юрий, вы меня слышите? Он слышит, но он руками разводит. Когда он разрешал, рептилоид? Человек понятия не имеет, о чем ты говоришь. Он показывает, в доме на стене есть фигура рептилии, такими какими-то, как камешками, что ли, белыми. И? Не трать мое время, рептилоид. Как все время? Я не знаю, как с камешки связаны, видно, им больше времени надо объяснять. Но позыв такой, что мы ему нравимся. Юрий, рептилоид утверждает, что вы нравитесь. Они нравятся вам. Вы видите, кто в клетке находится? Рептилоид, у тебя было конкретное приглашение в биополе человека? У тебя есть какой-то с ним контракт, договор? Вкусный. Ты же знаешь, что это силы не имеет. Значит, ты обманом все-таки вошел туда, да? Во сне, когда человек спал. Кем, да. кем ты ему предстал? Ты точно не рептилоидом предстал. На чувства он сыграл. Тепло. Приятно. Первое предупреждение, рептилоид. Ты не ответил на мой вопрос. Всего их 3. После 3-го я открываю портал в галактическое ядро, и ты уходишь на переработку. Кто тебя приглашал в это биополе 2-й раз? Никто. Значит, ты вошел обманом вместе с Греями. Хорошо, Грей, вы сегодня будете тоже отвечать за все, что вы установили, за все, что вы сделали. Все, что вы установили, я сегодня вытащу. И установлю это в вас. И включу на полный откат энергии. Вы потеряете 90% энергии вместе с рептилоидом сегодня. Все понятно? Да, понятно. Хорошо, будем разбираться дальше. Как у нас там с реверсом, вернее, с чем мы там, где мы остановились, Вера? Я прошу прощения. У нас сканер. Сканер должен был просканировать. Да. Есть еще каналы, посмотри. Да, есть. Поехали. Бес есть. Бес. Хорошо. И арахноид есть. Арахноид есть. Все. Бес, арахноид, 2 грея, рептилоид, синий дракон, а также голограмма и 1 террариум. Кто из вас находится в квартире, присутствует? Бес, арахноид, рептилоид. Грея? Грея. Все, кроме дракона. Хорошо. Даю команду тонкой копии Юрия спроецировать все энергетические и сферические каналы к ответственным подселенцам, ответственным за чужеродные... Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогены, низкой вибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Юрию. Считай цифры у беса над головой. 8.
Бес, что ты здесь делаешь? Поглощаю, как и все. А при чем здесь все? Я тебя конкретно спрашиваю, что ты здесь делаешь? Как долго ты находишься в этом биополе, на что зашел? Поглотитель. 3 года нахожусь. Захожу, выхожу. Ну, а зашел во сне. И? Как кем и все. Кем предстал? Никем не предстал. Че, так и стоял? Зашел. А что, вообще никаких защит, ничего не было у человека или как? Не было. Хорошо, объясни мне, что ты, как ты влиял на его состояние физическое? Что ты делал, какую реакцию вызывали твои подключки? Слабость. Утром? После сна? Или вообще слабость весь день? Весь день. А чего ж ты так много брал энергии, я не пойму, без? Там что, твоя чистота какая-то есть? Там что, есть что-то, что в тебе откликается? Есть. Называй. Он показывает. Он показывает часть его дня. Угу. Но больше всего бесу нравилась ночь. Он говорит, что его кошмарили. Кто именно его кошмарил? Верхний, а я наблюдал и энергию забирал. Кто из верхних его больше всего кошмарил? Бес? Рептилоид. Хорошо. Лярвы есть в его биополе, бес? Да, есть. Хочешь их получить? Хочу. Хорошо, отвечай на все мои вопросы. Когда придет твоя очередь, вытащишь все, что я оставил, я дам тебе отдельную команду. Все понятно? Да. Арахноид, как долго ты находился в этом биополе? 4 года он фырчит. Он ничего угрожает или что? Нет, он волнуется. Правильно делает. Потому что я еще проверю сегодня, сколько вреда он принес человеку. За какие боли ты был ответственный? Судя по голове, где ты сидел? Мигрени? Он не в голове, он в животе. Он в животе сидел? А что ты в животе сидел, Арахноид? Тебя не пустили Грей наверх с рептом, да? В голове занято. Я так и понял. Какие боли ты вызывал? Яйца откладывал он у него. Есть инкубатор в нем? Да, есть. Хорошо. Так, как у нас с реверсом, Вера? Закончился. Установили фильтры золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Юрий забирает все чистые, светлые, божественные энергии. 1, 2, 3. Обратно пошли энергии божественные и чистые. Посмотри, пожалуйста, что идет из голограммы и террариума. Из голограммы идут энергии. А террариум, не знаю, от него какое-то чувство идет, что он его с ума сводил. Рептилоид получает удар печатью семи архангелов. Они останавливают удар. Кто? Грей. Грей останавливает удар. Влад, просканируй, сожги защиту Греев. Приступай. Паразитарно, ты посмотри. Вы со мной решили повоевать? Давай. Они в тарелке. Тарелка выходит. Зависает перед клеткой. Готово. Открывается портал в галактическое ядро. Тарелка уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Есть. Хорошо. Идем дальше. Реверс закончился. Отлично. Хорошо. Давай тогда начнем с Беса. Бес, выходи. Вытаскивай все, что ты оставил в его биополе. Отключайся полностью. Ноги ему связывал. Понятно. На руках ленты красные дергался. Утяжелял? Нет, запутывал. Запутывал, понятно. Ты снял. Хорошо, разрешаю тебе забрать эту лярву, приступай. Забирай все лярвы, если есть там еще другие. Спина у него. Хорошо. Колени. Готово. Отлично. Возвращайся. И он отлично. Что? Бес тоже отлично. Ну, понятно. Ну, а почему? Он мне помог в расследовании, почему мне не отдать ему лярвы. Арахноид, выходи, вытаскивай все свои крючки, весь свой... Все свое потомство, инкубатор, ничего не забывай, жидкость отсасывай. И докладывай мне о готовности к проверке. Проверка будет проведена сканером несколько миллионов герц. Если кто-то что-то оставит, хоть малейший микрон, он сгорит в клетке. Очень часто здесь такое бывает, поэтому... Достал. Готов. Отлично. Я даю команду. Все, что сейчас установлено на частоте синего дракона, все его энергии,
все его подключки в воздухе. Все, до последнего микрона. Включаю, Юрий, белый свет. Готово. Что у нас там вышло, Вера? У него как накидка вышла с него. Голограмма синего дракона была, да? Да. Хорошо. Одеваю голограмму на синего дракона. 1, 2, 3. Одеваю на него накидку. 1, 2, 3. И включаю все на ток энергии 80%. 1, 2, 3. Пошел процесс. Почувствую, как оно работает. Ну, у него звук такой пошел, гулкий какой-то. Ну вот, видишь, что ты установил синий дракон? Выключил, кричит, выключи. Хорошо, выключаю. Террариум. Я даю команду на счет 3. Рептилоид перемещается в этот террариум вместе с Грейми. 1, 2, 3. Закрываю его. Это террариум. Грей не поняли ничего пока. Рептилоиду там хорошо в террариум. Отлично. И включаю, программирую этот террариум. 1, 2, 3. Пошел процесс. Но у него как в разрез пошли энергии с ним. Бывает. Кошмарил человека ночью. Получаю. А Грей прикрывается чем-то, у них на голове такие... Шапочки. Шапочки появились, как блины. Ага, ну пусть прикрывается. Тормозит отток энергии. Кто? Шапочки уходят Грея в соседнюю комнату. 1, 2, 3. В соседнюю клетку. Открывается под шапочками портал в галактической дроне, уходит на переработку, закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Как ощущается Грей? Чё приуныл, рептилоид? Грей, говорят, отпусти нас. Да чего я тебя буду отпускать? Ты победил. Да я с тобой не воевал, ты что? Я с твоей цивилизацией разговаривал, ты меня обманул сегодня, Грей, вы меня обманули. Несколько раз я вас предупреждал, ваша цивилизация знает. Когда я вытаскиваю, вы быстренько выскакиваете и становитесь в клетку. Если я вас нахожу, я уничтожаю все, что я нахожу. Они говорят, мы не читали протокол. А нас ты в курсе? Телепатический запрос делают они. Сделайте телепатический запрос и получите информацию. А расслабились они. Рептилоид сказал, что нет опасности. Угу. А вы ему поверили, да? Так есть поверили. Опасность или нет? Грей, есть опасность или нет? Говорит, что опасность в том, что мы нарушаем протокол, если то, что ты говоришь, правда. Я разговаривал с вашей цивилизацией, мы договорились о том, как мы будем делать по протоколу, когда мы встречаемся. Первое условие было, я вас не ищу. Это знаю. Второе условие было, вы не испытываете на мне и на моих учениках свои новые подключки, новые свои разработки. Вот эти два условия у меня были. До сегодняшнего дня эти условия соблюдались 1.5 года. Плюс-минус пару раз было такое непонятное. Но такого серьезного нарушения, как сегодня, я давно не видел. Меня это очень озадачивает, Грей. Значит, придется с вами по-другому общаться, раз вы не понимаете договора, вы не придерживаетесь своих обязательств. Хорошо, Вера. Итак, где мы остановились? Каналы мы отрубили, все забрали. Этот у нас Грей находится в террариуме. Да. Убираю их из террариума, выходит в отдельную свою клетку. Хорошо. Так, все. С рептилоидом я не знаю, что я сейчас Ли приглашу и спрошу. Арахноид без игры. Я сейчас отправлю вас в квартиру. Открою вам портал. Грей, вы соберете все, что осталось в квартире. Дождетесь меня. Через 20 минут я приду и сделаю проверку. Если все будет чисто, я открою вам портал и отпущу вас на вашу чистоту. Если вы еще раз попытаетесь меня обмануть, я притяну вас, где бы вы ни находились, и накажу по-настоящему. То же касается беса и арахноида. Бес, ты там хозяин в доме? Или там еще черт есть? Есть черт. Понятно. Я тебя спрашиваю, я просто буду негатив собирать. Кому отдавать его, черту или тебе? Мне отдавать. Значит, покажешь мне, где все порталы, все надо будет закрывать. Все понятно? Да. Хорошо. Открывается против часовой стрелки портал в дом Юрия, в квартиру. 1, 2, 3. И в этот портал один за другим уходит арахноид, бес и два Грея. Закрывая, печатаю, растворяю. А рептилоид?
Рептилоида мы пока оставим здесь. Я хочу спросить у Ли, как мне поступать с садистами вот такого плана, который кошмарят по ночам людей. Ли, посмотри, пожалуйста, этого 436-го с накидкой и голограммой. Она говорит, мы его заберем, конечно, но все имеет смысл. Я понимаю, здесь идет просто о силе воздействия на человека. Она говорит, заберем, проведем беседу. Хорошо. Готово. Хорошо. Значит, у нас что у нас там в клетке осталось? Синий дракон, да? Да. В голограмме стоит, да? Да. Убирая с него голограмму, 1, 2, 3. Уходит в соседнюю клетку, под ней открывается портал в галактическое ядро, и голограмма уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Синий дракон, ты понял сегодняшний урок? Он понял. Дай мне слово синего дракона, что я никогда тебя больше не увижу ни в биополе Юрия, ни в его квартире, нигде вообще. Даю слово. Хорошо. Готов уходить? Готов. Хорошо, открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте синего дракона. 1, 2, 3. Синий дракон улетает на свою частоту, закрывая, печатая, растворяя. Готово.